Ребята, всем привет! Вас ждут очень хорошие новости. Леди Диана и Юнона приготовили для всех фанов сюрприз. Съемки нового видео приостановились. Что случилось? Смотри в этом видео. Юнона поделилась очень прекрасной новостью. Леди Диана и все ребята готовили для нас очень классный сюрприз. Были предположения, что это новый мерч, но это не тот вариант. По поводу нового мерча, он должен был выйти в конце ноября, но в связи с тяжелой ситуацией в Украине выход немного затягивается. Ребятушки, по поводу мерча, я знаю, он должен был уже выйти, вы все говорите, ну где, когда? Ребятки, вы все знаете, что в Украине сейчас очень сложная ситуация, в Украине нет цвета, и из-за этого у нас все затягивается. Но мы решаем этот вопрос. Вот, мы сейчас думаем, что делать, чтобы открыть продажи, и вы смогли купить нашу одежду. Никто не мог написать, что это за сюрприз. Юнона написала, что я знаю, что такого сюрприза вы будете удивлены или будете в шоке. Я даже не знаю, какая будет ваша реакция. Нет, ребята, всем привет. Нет, сюрприз это не мерч. По поводу мерча хочу сказать сразу, чтобы вы все не переживали, потому что я обещала, что выход будет в ноябре, а уже конец ноября, мерч еще не вышел. Дело в том, что из-за того, что ситуация в Украине сейчас сложная, все задерживается, к сожалению. Но я думаю, что неделька, и все будет. Я думаю, что за неделю мы справимся. Ребят, я надеюсь, что 1 декабря мы вам уже, как сказать, вручим этот сюрприз, и вы обалдеете. Может быть, удивитесь, а может, вам вообще будет все равно. Я не знаю, но, по крайней мере, мы думаем, что вы все будете в шоке. Вот, надеюсь, что уже 1 декабря мы вам, короче, не буду говорить, потому что вы сразу догадаетесь. 200 комментариев, и еще нет даже близко похожего правильного ответа. Это говорит о том, что вы, наверное, не догадаетесь никогда. Я сама в шоке, что мы такое затеяли. Вот честное слово. В общем, никто пока не угадывает. Никто. Я скажу так, что я хотела это сделать давно еще в Украине, и мы даже к этому готовились. Но планам не суждено было сбыться. Здесь мы эти планы решили осуществить. Ребятки, хочу вам кое-что сказать по поводу сюрприза. Вы уже знаете, что я имела в виду. И надеюсь, вы зацените. Я не знаю, я в шоке. Я все-таки в шоке, что мы на это решились. Ребяточки, как только мы все порешаем, решим вопрос с продажей нашей этой коллекции, мы вам сразу все скажем. И скажем, все, вы можете заказывать. Вот, и тогда сможете заказывать. Я думаю, что за неделю мы решим этот вопрос, и к Новому году вы сможете себе уже что-то приобрести. У нас только что были съемки, они прервались, потому что плохо стало нашему Бонни. Сейчас Диана повезла его в ветклинику. Вот, ждем возвращения Дианы и Бонни. Надеюсь, ему сейчас окажут помощь. Все с ним будет хорошо, мы продолжим съемки и снимем видео, которое мы снимаем для вас. Скорее всего, это может быть новые актеры на канале Дианы или появление старых актеров. Может, леди Диана решила вернуться неожиданно в Украину. Может, это будет какой-то совсем неожиданный поворот событий в сериале. Может, даже леди Диана с Кириллом сыграют свадьбу. Совсем скоро вы все узнаете. И когда снимали новую серию, собачке Бонни стало плохо, и съемки прекратились. А леди Диана и Бонни уехали к доктору. Надеемся, что с собачкой будет все хорошо. А то в прошлом он очень часто болел. У нас только что были съемки, они рвались, потому что плохо стало нашему Бонни. Сейчас Диана повезла его в ветклинику. Вот, ждем возвращения Дианы и Бонни. Надеюсь, ему сейчас окажут помощь. Все с ним будет хорошо. Мы продолжим съемки и снимем видео, которое мы снимаем для вас. Ну и сейчас открывается секрет, что это за сюрприз. Что написала Юнона? Завтра выход нового сериала. Представляете, теперь вы сможете видеть еще больше наших серий. Ребята, 3 месяца мы готовились и снимали для вас новые серии. Завтра премьера нового видео. Теперь Леди Диана откроет новый канал, на котором будет снимать еще больше крутых серий. Это классная и очень крутая новость. Ребят, новость, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Всем пока-пока.